Известный производитель аппаратных криптокошельков Ledger начал сотрудничать с компанией Intel. Компании будут работать над интеграцией использующейся в кошельках Ledger операционной системы блокчейн Open Ledger Operating System в линейку продуктов Intel, где используются технологии Software Guard Extensions. На протяжении последних нескольких лет мы наблюдаем растущий спрос на решения для безопасного хранения и управления криптоактивами. После запуска линейки аппаратных кошельков на базе нашей операционной системы, интегрированной в безопасный чип, сотрудничество с такими лидерами рынка, как Intel, даст уникальную возможность предоставлять растущему числу наших клиентов инновационные решения для криптовалютных и блокчейн-приложений, сказал исполнительный директор и сооснователь Ledger Эрик Ларшевик. Разработка компании будет интегрирована в популярные софтверные криптокошельки, включая Electrum и MyEtherWallet. Отметим, что решение от Intel позволит защитить важные данные от несанкционированного использования.